Сегодняшнего дня у нас стартует акция «Читающий автобус». Знаете, мы давно хотели, чтобы нашу газету читали не только в киосках, не только люди покупали, но могли бесплатно получать в автобусах, причем самых популярных. И нам будет приятно, что люди будут читать, знакомиться с нашими новостями. Когда начинается дачный сезон, это будет очень важно для читателей узнавать новости с первых уст. Я помню, что вот еще дома мы были, я небольшая, мы Красный Север, и до сей поры мне 71 год. Все равно выписываю. Спасибо вам. Потому что, ну как сказать-то, во-первых, это она наша газета, а во-вторых, ну вот свое, родное. Все там написано, все про всех узнаешь. С сегодняшнего дня газета «Красный Север» начинает распространяться в наших автобусах, которые уходят на пригородные маршруты, которые уходят на междугородные маршруты. Мы рады, что издательство газеты решило провести такое мероприятие. Каждую неделю будет доставляться новая партия очередного выпуска, благодаря чему жители нашей области смогут в поездке узнавать все самые свежие новости, события, в том числе и о реализации наших национальных проектов, в том числе и в сфере дорожного хозяйства и транспорта. Также договорились о том, что в газетах «Красный Север» будет публиковаться расписание наших пригородных и межмуниципальных автобусов. Все эти издания будут распространяться в наиболее загруженных автобусах. Это направление на Бабушкина, на Кириллов, на Череповец, на Сокол и так далее, на Грязовец. Поэтому мы очень рады, что данное издание решила пойти на такой шаг.